Всем, как всегда, привет. С вами все тот же грозный тип. Сегодня на повестке дня вопрос, как сделать 3D-эффект в фотошопе. Для начала открываем фотошоп и вводим нужный текст, либо закидываем в него нужный вам логотип. Теперь на этом слое правой кнопкой мыши вызываем меню редактирования и выбираем пункт «Новая 3D-экструзия». Теперь во вкладке 3D рабочей среды выбираем пункт «Материал передней выпуклости». И меняем на нем текстуру. Можно выбрать любой цвет или текстуру на ваш вкус. Также поступаем с пунктом «Материал экструзии». Теперь, перейдя во вкладку «Слои», выбираем слой с фоном. И нажатием правой кнопкой мыши выбираем пункт «Почтовая открытка». Также можно поменять текстуру и цвет данного фона. Теперь с помощью комбинации клавиш Ctrl-E склеиваем все слои. Нажимаем на пункт меню 3D и выбираем рендеринг. Процесс рендеринга занимает от 1 до 40 минут в зависимости от размера рабочей области. После окончания рендеринга растрируем 3D-слой и с помощью инструмента «Волшебная палочка» выделяем основную часть логотипа и копируем ее на новый слой. Меняем цвет нового слоя как угодно вам. Теперь создаем корректирующий слой цветового баланса и редактируем цвет слоя. Тут же создаем корректирующий слой уровни и редактируем насыщенность слоя. И объединяем все слои и сохраняем. Понравилось видео? Ставим лайк. А также не забываем подписаться на канал. С вами был Грозный Тип. До новых встреч. Пока!